Дорогие друзья, всем привет! Привет! Это новая серия. И теперь в этой серии мы едем в Ярославль. Такой большой, красивый город Золотого кольца России. Собственно, хваленый-хваленый он, поедем, посмотрим, что в нем такого хваленого. Эта серия у нас будет очень интересная. В этой серии мы путешествуем бюджетно. Мы будем сегодня останавливаться у прекрасного кауч-серфера Юли. Мы позже познакомим вас с ней. Посмотрим красивые места Ярославля. И еще раз я вам повторю, не судите строго наш выпуск, потому что мы не преподаем какую-то историю или какие-то такие моменты, даты, основания, что-то такое. Мы просто показываем, как клево провести время, как съездить в город, что посмотреть за два дня, за один день, за два часа в нем. Так что смотрите нас, подписывайтесь на наш канал и погнали, Ярославль! Едем на стрелку посмотреть, что за стрелка вечерняя такая. Ну а потом мы поедем к хосту заселяться. И завтра уже при свете дня и утром мы покажем остальное. Это стрелка. Вот там, по идее, вода, но там лед. Такой комплекс, там, короче, поплавок, ресторан, мед, храм. Ярославль, как мы уже знали раньше и подтвердили сейчас нынешняя информация, это город прям храмов и церквей, и монастырей. Вот. Мы сейчас только за вечер по дороге уже очень много видели. А стрелка это такое вот тусовочное, прогулочное местечко. Здесь мы тоже погуляли, побесились. Чем отличается храм от монастыря и от церкви? В монастыре, короче, они там живут. А в церкви? В церкви, короче, они там молятся. А в храме? А в храме, короче, они там свечи ставят. Встречай нас классно, Ярик, покажи нам интересные места, красивые. Завтра мы уже уедем отсюда, сегодня. Вот у нас вечер, завтра утро. Такой экспресс-тур, сумасшедший такой экспресс-тур. Двух не знающих, чего они хотят людей по Ярославлю. Все, у меня ноги промокли, пойдем отсюда. Наших зрителей познакомим с нашим хостом сегодняшним. Да, это Юлия. Вот, привет всем. Она сегодня нас встречает. А мы привезли вот специально к вину. Это разные виды. Класс. Я их привез буквально недавно, 10 дней назад, из Гауды. Гауды? Да. Гауды в 40 километрах от Амстердама. Амстердама? Да. Это город, где вот просто рождается вот этот сыр. Он безумно вкусный. И вот крышка вина. Горит. Горит? Да. Так. Горит, да. Горит? Да, все. Так, что разбираем. Горит? Если мы его так потушим, ну-ка. О, как горит, красиво, да. Слушайте, клево, да? Да. Да. Ну что, и сразу втягиваем так. Да. Ярославль, погнали! Давайте! Два Наталья так жжет. Блин, мне кажется, как колокольчик. Главное, я усы сбрил, да? У меня усов нет. Все, погнали. У нее вообще пожар. У меня трубочка плавилась. У меня немножко плавилась тоже. Но нормально, я успела. Я не знаю, что будет завтра у Ярослава, но сегодня прикольно. Заканчивался B52, а утро начинается с тортика в Ярославле. Доброе утро, и мы продолжаем. Все, мы собрались, прощаемся. Большое спасибо, было очень круто, было классно. Тебе понравилось? Ой, вообще, Лида, очень-очень классно. Действительно, хозяйка, мы с удовольствием вернемся еще, если будем в Ярославле. Все, кто едет в Ярославль, мы не будем говорить, какая Юля, просто ищите ее на кауче, находите, она самый лучший хост в Ярославле. А мы погнали дальше. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Обязательно пользуйтесь кауч-серфингом, потому что это открывает больше возможностей для вас. Будьте как-то, я не знаю, вежливы всегда друг другу.
будьте аккуратны, чистоплотны, и все будет круто. Эту сторону путешествий надо развивать, потому что действительно это расширяет горизонты, больше возможностей. Пользуйтесь каучсерфингом, а мы с Танюшей едем смотреть в Ярославле Толкский женский монастырь. Вот он, Толкский монастырь, женский же, да, не мужской. Вот. И что могу сказать, мы попытались поснимать его на квадрокоптер, чтобы показать вам крутые кадры. Буквально получилось несколько секунд красивого видео, потому что на улице минус 21, и наш любимый преданный друг Мэвик отказывается работать в таких погодных условиях. Он говорит, идите вы в попу, я не буду в такой холод летать. Начинает дергаться, выпендриваться, терять сигнал. Поэтому что имеем, то и показываем, а пока мы едем в центр смотреть остальное. Своими словами, то что нам понравилось, симпатичный, какой-то он приятный, весь белый-белый, снег белый, прям минус 21, как я уже говорил, ножки замерзли, приятные такие купола красивые, рождественская выставка, все, короче, интересно, красиво. Если у вас есть время в Ярославле, обязательно заезжайте, посмотрите Толкский женский монастырь. Оденьте юбочку, обмотайтесь, я сразу Бали вспомнил, как там везде, только я уже одевал юбку. Вот. А мы поехали дальше смотреть центр Ярославля, а потом побежим кушать. Чем еще известен Ярославль? Тем, что здесь река Волга, которая течет очень долго. Вот сейчас мы едем по второму мосту. Соответственно, с той стороны мост, который посвящен тысячелетию города. А вот этот вот постарее мост. Река Волга, Ярославль. Сразу, не отходя далеко от машины, я вам кое-что покажу. О фоне. Журавлев и Леонов. Вот эти двое ребят знакомы абсолютно каждому. Также здесь есть кафешка, ресторанчик Афоня. Ну а теперь пойдем гулять дальше. Ярославль продолжает радовать. Символ России, легенда Ярославля. Так-то, это я просто прочитал на камне. Эту информацию я не знал. В общем, нам сказали, что этот мишка раз в час рычит. Сейчас мы, конечно, здесь не будем стоять и ждать. Ну вот такой вот он прикольный здесь в центре установлен. Больше информации я вам не буду говорить о нем. А желание будешь загадывать? Желание? Давай загадывай. Давай загадывай. А меня за ручку подержи. Давай, сейчас, чтобы... Подожди, я не придумал. Стой, сейчас. Ну давай, давай, какое-нибудь клевое. Да. Загадал? Все, загадал, да. Знаете, мы не можем во все вот эти рестораны и кафе заходить, потому что мы просто тогда не влезем ни в одни штаны.
Сегодня мы поедем обедать в один грузинский ресторан. Хотя вот здесь история такая вся русская, Иван Васильевич и всякое такое, но мы поедем кушать сегодня в грузинский ресторан, поэтому не обижайтесь, мы не можем все обойти. В другой раз приедем, обязательно в этом пойдем кушать. Кстати, мы посмотрели на меню, цены вполне адекватные. В общем, это нулевой километр всего Золотого кольца России. Отсюда ведется отсчет до Москвы 264, до Сергиева Посада 197 и так далее. Все города Золотого кольца. Ярославский музей-заповедник. Идем смотреть, что это такое. Мое самое любимое грузинское блюдо. Это хинкали. Мамука, в Ярославле. Рекомендуем всем. Приезжайте, пробуйте грузинскую кухню, а мы поехали дальше. Ярославль мы посмотрели. Было круто. Был крутой кауч-серфинг. Были интересные места в городе. Сейчас мы едем. Мы уже выехали за город на трассу, мы уже будем смотреть не сам Ярослав, а Ярославскую область. И есть одно такое местечко, про которое не все туристы знают, это замок купца Понизовкина. Да, наверное, кто-то слышал о нем, но не все. Вот сейчас мы будем пытаться туда добраться. Есть, конечно, одна сложность, что с трассы, съезжая налево поворот через Малые Соли, там будет переправа паромная. Сейчас зимой озеро замерзшая река, поэтому мы будем смотреть, как возможно вообще до него добраться. Доедем, увидим, покажем. Мы продолжаем эксперимент, и на этот раз погода за бортом минус 14. У нас специальная квестовая ситуация. Мы подъехали в Ярославской области к переправе. Переправа закрыта в зимний период. На той стороне озера реки находится замок, который мы попытаемся снять коптером. Посмотрим, долетит ли он в минус 14. Мы пролетели 3 минуты, после чего на 800 метров вдаль он улетел и сказал, что очень плохой сигнал. В заключении, Ярославль, ну, клевый город, прикольный, здесь есть какая-то своя история, здесь есть интересные памятники, история, которая соприкасается со многими русскими кинофильмами старыми, многие известные нам еще с детства. Вот, поэтому это интересно, обязательно приезжайте. Нулевой километр Золотого кольца России — это Ярославль. Ярославль — это большой интересный город. На этом, пожалуй, я должен с вами распрощаться. И дальше я путь держу. Куда? В Кострому. Смотрите следующий выпуск про Кострому. Всем чао. С вами был Тейв Примов и Танюша.